Amphibious aircraft Bes-103, flown by Alexander Kaluzhny, has just taken off. Самолет Бе-103 разработан в соответствии с требованиями российских авиационных правил АП-23 и имеет сертификат типа нормальной категории. Кроме того, он сертифицирован по нормам Федеральной авиационной администрации США. The aircraft is designed in accordance with Russian aircraft rules АП-23 and has a certificate of type of normal category. Besides, it is certified according to the norms of Federal Aviation Administration of wings of 0.5 meters high. Бе-103 может эффективно использоваться в интересах Министерства обороны, Федеральной пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных структур, а также частных фирм, малых авиакомпаний и авиаперевозчиков.